ковш эскаватора собирает разобранные детали кровли более чем 100-летнего дома в центре Одессы. Вследствие очередной атаки на город в январе осколки сбитого ударного беспилотника попали в одну из квартир дома. Демонтировать планируют 9 квартир второго этажа. Процесс займет несколько недель. К сожалению, работы начались только в апреле. Из-за этого часть квартир во время дождей была подтоплена, которые находятся рядом, потому что были проблемы с крышей и крышу не чинили. Очень много проблем в этом доме сейчас. Демонтируют только те квартиры, которые были признаны профильной комиссией непригодными для жизни. После оформления всех необходимых документов владельцы этих квартир смогут подать документы на получение компенсации. Собственники 9 квартир, которые признаны уничтоженными, подаются на компенсацию по государственной программе «Е-восстановление». Специальная комиссия при исполнительном комитете начала рассмотрение этих заявлений, и уже по 6 заявлениям есть положительное решение. Остальные поврежденные обстрелом более 20 квартир будут восстановлены также за счет государства. В горсовете говорят, процесс подготовки документов на компенсацию занимает до полугода. Богдан Максимец, Никита Бабенко из Одессы для телеканала Freedom.